Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чому прагнення до влади часто-густо обертається трагедією? Ми з вами спробуємо з'ясувати під час нашої сьогоднішньої програми на прикладі історичних персон. Это сидит Иван IV, он же Иван Васильевич IV. Тот, который меняет профессию? Иван Грозный, да, тот самый. Безграничная власть. И человек в руках этой власти. Или власть в руках человека, вот вопрос. Искусство – один из сильнейших инструментов воздействия на человека. Айвазовскому в следующем году исполняется 200 лет со дня рождения. Мы обещаем нашим николаевцам и гостям города, что мы сделаем выставку всего Айвазовского, который у нас есть. Мистецтво, друзі, приховує в собі страшенну силу. І якщо ця сила виходить з-під контролю, відбуваються дивовижні речі. Які? Про це розповість наш сьогоднішній герой, директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Верещагіна Сергій Росляков. Господа, вот скажите по-честному, когда вы последний раз были в музее? И даже если вы вчера были в музее, это совершенно не повод, чтобы туда не прийти сегодня. Потому что наш Николаевский музей имени Василия Верещагина – это не только целая кладезь всего прекрасного, но это еще и атмосфера, которая настраивает на тот лад, который дает душе покой и радость. Вот Александр Сергеевич Пушкин со мной согласен. Он сидит и смотрит в окно, такой задумчивый, такой прекрасный. А мы с вами пойдем дальше, друзья мои, потому что вот идя по этому коридору и глядя на картину, которую сейчас вы увидите, вы, наверное, многие из вас видели ее много раз, но каждый раз, когда на нее смотришь, поражаешься размеру, воображению и, конечно же, сюжету. Но я предлагаю зайти в зал. И, знаете, здесь есть что посмотреть и даже есть с кем поговорить. Пойдемте, друзья мои. Светлый, прекрасный зал нашего Николаевского музея имени Василия Верещагина. И справа, и слева везде свет. Везде картины, скульптуры, которые мы с вами внимательно посмотрим. А сейчас, телезрители, вы увидите, вот стоит директор музея. Сергей Николаевич, здравствуйте. Друзья мои, вот Сергей Николаевич вперил свой взор в картину. Кстати, Сергей Николаевич, по-моему, это новая картина или она новая, старая? Как правильно? Она, можно сказать, действительно так вот образно новая, старая, потому что эта картина выдающегося мариниста XIX века Боголюбова. И она поступила в наш музей в 14 году прошлого века. А написана она еще раньше, естественно, примерно в середине XIX века. То есть картине этой, ну, почти уже, наверное, 150 лет будет скоро. Но она была совершенно другого внешнего облика, если так можно сказать. Она была значительно более темной. И мы, когда ее, мы знаем эту картину многие годы, десятилетия даже уже, она была практически, ну, вся скрыта потемневшим лаком защитным, который за 150 лет, к сожалению, пришел в состояние, как говорят реставраторы, дегенерации. В общем, сам пострадал и картину испортил, да? Да, да, он пострадал сам, испортил картину, потому что плохо было видно. Ну, видно было вот купол собора Святого Марка в Венеции, видно было вот эти дома справа, но только силуэтно. И мы думали, что это глубокая ночь в Венеции. Ну, картина известного художника, так они и рассказывали. Собор Святого Марка – это самый центр Венеции, картина Боголюбова. Боголюбов очень известный художник, маринист известный. Но вы говорили, что она принадлежала кому? Она принадлежала в свое время личному врачу Николая II. Представляете, телезрители, какой шедевр хранится в стенах нашего музея имени Верещагина? Ну, представляете? Вот, ну и когда император и его семья, видимо, решили
вместе, это уже скрыто от нас, технология, как это было сделано, передать работы в Николаев, в музей, открывающийся Верещагина. А Боголюбов, кстати, дружил с Верещагиным. Это все знали прекрасно, были в прекрасных отношениях, часто встречались в Париже, где Боголюбов в основном обитал, в Париже он. Он любил этот город. В Париже легко писалось, ну, да, Сергей Николаевич? Наверное. Ну, в Венеции, как видите, тоже неплохо. И вот картина была настолько темной, что, ну, ночь в Венеции, ну, хорошо. Вот Боголюбова картина в родной раме, кстати, заказана была самим художником. Рама резная, как видите, тоже такая, ну, очень презентабельная. То есть вот именно та рама, в которой и была заключена картина изначально. Телезрители, представляете, раме тоже много лет, а дерево, между прочим, теплое. Жалко, что вы не можете его пощупать, но поверьте мне на слово, дерево теплое, потому что картина живая, да? Оно хорошо хранилось, в том числе в музее. И картина хорошо хранилась, вот реставрировалась. И мы когда отдали ее год назад, спасибо, что нам помогает длинноземный завод с реставрацией. Уже много лет, уже 15 лет мы с помощью завода реставрируем разного рода работы, в том числе Верещагина, Айвазовского. И вот Боголюбова, добрались до Боголюбова. Когда его расчистили реставраторы одесского филиала Национального научно-реставрационного центра киевского, и руки реставраторов просто эту картину вернули к жизни фактически, потому что мы наконец увидели. На первом плане чего не видели, это гондолы с управляющими гондоньерами. Но выяснилось, что это не вечер, а рассвет? Что это рассвет, да вот самое главное, что это не ночь. Вот это не глубокий вечер, это наоборот ранний рассвет в Венеции. Солнце, видимо, только-только приближается к горизонту, еще не вышло. И вот мы видим такое зеленовато-розовое свечение, как раз характерно при рассветах. Кто, значит, вставал на рассвете, то видел, значит, такое зеленовато-розовое свечение, но характерно для рассвета. И как раз оно восходит со стороны востока, потому что апсида собора Святого Марка, она справа. И там, ну, там не может быть закат. Закат с запада, а это восток. Ну, это, в принципе, по-своему такое небольшое маленькое открытие. Во-первых, картина преобразилась абсолютно, потом теперь это ясно, что это раннее-раннее утро в Венеции. Собор Святого Марка – это середина 19 века, а картина сегодня смотрится так же, как вот 150 лет назад. Мы знаем, что сейчас наш музей имени Верещагина, он переживает большой-большой ремонт. Расскажите. Ну, ремонт начался еще весной этого года. Ну, дело в том, что наш музей сам по себе памятник. Памятник архитектуры начала 20 века. Это ранний такой модерн провинциальный. Здание, которое мы занимаем, это одно из красивейших зданий города Николаева. Вот, и настала очередь его реставрации. Причем это тоже, кстати, реставрация, это не ремонт капитальный, чего, наверное, я предполагаю, что, наверное, никогда эта реставрация этого здания не производилась, потому что... Вообще никогда? Думаю, а сколько зданию лет? Зданию тоже больше 100 лет уже. Но делались капитальные ремонты, действительно. Но дело в том, что раньше таких требований не было, как последние годы стали предъявлять уже действительно европейские требования по реставрации. И вот сегодня его производят, реставрируют фасад. Кроме фасада есть еще у нас и периметр, боковые, все это надо все восстановить, вернуть, возначально, вот как эту картину, вот вернуть зданию его изначальный правильный облик. И вот эта работа, она начата. Спасибо, что государство находится, ну, область наша нашла эту возможность. Так же, как вот спасибо заводу за то, что он помог нам, глиноземному заводу, реставрировать эту работу и другие. Так же вот спасибо действительно области, что она нашла возможность профинансировать эти работы. Они начаты, они будут продолжаться, наверное, и в следующем году, потому что работы действительно много. И в следующем году гигантская дата для одного из художников, которого, наверное, зрители видят за моей спиной, Айвазовскому в следующем году исполняется 200 лет со дня рождения. Телезрители, 200 лет со дня рождения замечательного художника Айвазовского. Но это будет в следующем году. А сейчас, вот прямо сейчас, не вставая со своих мест, вы можете посмотреть на один из его шедевров, который тоже хранится в нашем музее. Мы знаем, что обязательно на его полотнах должно присутствовать море. Он маринист. Тем более это наше море, черное, берег Одесский.
когда Пушкин пребывал, ну, вы знаете, в ссылке, наверное, в Одессе, вот тогда и была задумана Айвазовским эта картина. Картина, вы видите, вот внизу справа подпись «Айвазовский» и стоит год, дата. 1800, ну, тут 87 просто, вообще-то это 1887 год. Это Айвазовскому исполнилось 70 лет. И он эту картину писал, вспоминая одну мимолетную встречу с Пушкиным. Они встречались на балу в Санкт-Петербурге. И Пушкину представили молодого, ну, талантливого, конечно, хоть и молодой был, но уже талантливый, Айвазовский. И эту картину Айвазовский, вот эту раму он выбрал сам. Рама тоже, вы видите, грандиозная, она весит около полутонны. Сама рама одна только. Он написал эту картину на юбилейной выставке, когда ему было 70 лет, в Академии художеств. Он ее заканчивал намного раньше, естественно. Он ее подарил Академии, своей родной Академии, которую он закончил. Академия была императорская, и царь наградил его за, ну, за заслуги в искусстве орденом Святого Владимира. На второй степени он тогда получил этот орден. Ему Академия отлила медаль большую в честь своего прославленного уже к тому времени, конечно, выпускника. Вот. И когда пришел 1914 год, вот нам решили все-таки эту картину передать из Академии художеств. У этой картины вообще очень интересная история, потому что она была, к сожалению, чуть не утрачена в годы войны. Ее попытались вывести из музея. Вот такую махину? Да, ее вырезали из этой рамы, она была вырезана ножом похитителями. Потом, ее хотели пытались украсть? Ну да, да, отступающие немецкие войска. Но музей весь был разграблен, к сожалению, в период 43-44 годов. И вот эта картина тоже, она была, в общем-то, очень сильно повреждена. Ее сложили вдвое, а поскольку холст был толстый и грунт был толстый, он лопнул. И она фактически была разорвана пополам. Вот даже сейчас, если внимательно приглядеться, то видно, посередине идет шов такой. Ну, сейчас после реставрации, конечно, не так видно. Но когда ее случайно нашел николаевский художник в 44 году в бронетранспортере немецком, и принес ее сначала в военкомат, потом она оказалась в музее, вернули, потому что знали, что это из музея, с нашего. Эта картина была возвращена в музей. Рама так и осталась висеть. Рама, ну да, ну, рама тяжелая, ее трудно очень, и потом она меньше стоит, чем картина, естественно. Поэтому, значит, вот те, кто пытался ее похитить, кто-то из немецких... Наверное, Картина Любов, но дело в том, что там у немцев была специальная команда, которая отбирала произведения в музеях Европы, и у нас тоже мы не исключением были в этом смысле. И отправляли, много картин пропало в музеях Европы в годы войны. И вот уже пришел, когда 2003 год, и у нас наладилась тогда программа с линзионным заводом. Вот одна из первых работ, конечно, которая требовала реставрации, там и Верещагина была работа. Ну вот вторую мы вот эту работу, она вторая была по этой программе. «Ведро дзеня шедевров» отреставрировано руками киевских реставраторов. Совершенно другое море. Море стало светлое, прозрачное, совершенно... По-другому заиграло небо. Но, вы знаете, ну небо и земля. У нас еще есть работа Айвазовского, и мы обещаем нашим николаевцам и гостям города, что к юбилейной дате Айвазовского мы сделаем выставку всего Айвазовского, который у нас есть. Это около 10 работ. Ну, это впереди еще. А сегодня мы, уже пользуясь случаем, коль мы заполучили себе нашего Сергея Николаевича, который очень-очень занятой человек, но, тем не менее, сегодня для вас, телезрители, для нас он все-таки выделил немножко времени. Сергей Николаевич, и вот, знаете, здесь картина, а здесь скульптура. И я думаю, что телезрители узнают в облике сидящего на троне. Это сидит Иван IV, он же Иван Васильевич IV. Тот, который меняет профессию? Иван Грозный, да, тот самый. Ну, там, конечно, с юмором, да. Но на самом деле это был довольно серьезный монарх.
очень, в общем-то, непростой история его царствования, очень сложная и неоднозначная, будем так говорить. Так вот, я вам скажу, что искусство обладает таким качеством, оно очень сильно воздействует на людей. Искусство может такие эмоции вызывать у людей, что, как говорится, мама, не горюй. Вот я только один пример приведу. Кстати, связанный с ним же. Есть такая картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван», где царь убивает своего сына. Она настолько сильно воздействовала на одного из зрителей, это был 36-й год прошлого века, что он набросился с ножом на картину и изрезал лицо Ивану Грозному, как бы мстя ему за вот неправильное поведение по отношению к собственному ребенку. Жуткая история совершенно. Потом картину, конечно, реставрировали, но вы понимаете, насколько сильный эффект произвела она. Вот так же и эта скульптура, она объемная. Скульптура – это не живопись. Она отличается тем, что мы можем посмотреть справа, слева, даже со спины зайти. И может быть еще большее воздействие на зрителей. И зритель всегда, ну так, с опаской посматривает на этого. Один даже зритель сказал, что я бы не хотел бы оказаться ночью в этом зале рядом с этим товарищем, с Иваном Грозным. Эта работа была подарена, ну, тоже вот императорской семьей, поскольку эта работа была приобретена у Антокольского. И есть еще два ее варианта повторения. Это оригинал, это гипс. Это гипс, тонированный под бронзу. Как бы мы думаем, что это бронза, это не бронза, это гипсовая работа, это первый оригинал Антокольского. А потом он по заказу императора делал еще два повторения. Вот это и скульптуры, да? Да, да. Одна была отлита в бронзе, а другая была мраморная. Вот. И на сегодня, значит, одна хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а другая в Русском музее. Тоже Санкт-Петербурга. Но это уже повторение, а вот это вот оригинал. Это оригинал, и он, на мой взгляд, он более ценный, потому что это первая его работа, и он за нее и признание получил. Более того, она была на первой выставке Товарищества передвижников в Петербурге и Москве. Вот именно эта гипсовая работа, это 1870 год. Сергей Николаевич, ну вот если вот человек подходит, вот он смотрит на эту скульптуру, действительно, она таит в себе силу, мощь, ну что-то еще, вот что еще? Собственно говоря, его деятельность очень неоднозначная, которую не все принимают, благодаря тем деяниям, в частности, в общем-то, и кровавым, конечно. Ну, сын как сын, а сколько было людей пострадало от опричнины, были отняты имущества. Насколько это было справедливо, несправедливо, нам сейчас трудно судить. Но, во всяком случае, деятельность этого царя не воспринимается однозначно. И Антокольский показывает нам его иссушенного вот этими думами, которые его, наверное, по-своему гнобили. Он, может быть, даже где-то и раскаивается. Он просит прощения у тех людей, которые пострадали от него, были замучены. И воеводы там были, которые одерживали победы славные, а потом уничтожались. Ну, это сложная история, тяжелая. И жизнь у него была, конечно... Это же последний Рюрикович. За ним уже пришла другая династия, Романовы. Ну да, потом пришли Романовы. Ну, может быть, поэтому и столь страшна была жизнь этого последнего Рюриковича, потому что он последний. Он последний, он, ну, знал это, а тем более, что вот такая трагедия с сыном у него была. Причем вот этот сын Иван считался очень таким порядочным. Его уважали, любили. По некоторым сведениям, все ждали, когда же, значит, наконец он заступит на престол. Но, во всяком случае, такая версия есть. Ну и вот его не стало. А и не стало династии. Вот что интересно, телезрители, в музее время как-то совершенно останавливается, или оно течет по-другому. И вот если возвращаясь к этой скульптуре Ивана Грозного, Сергей Николаевич, ну коль уже мы так немножечко вне времени и можем проследить, вот все-таки что натолкнуло скульптора на вот именно этот сюжет, такой грозный? Я понял. Я думаю, что, во-первых, самого
Антокольского, Марка Антокольского, он жил время непростое. Это конец века, начало следующего столетия, на рубеже веков. И у него был какой-то интерес к теме власти люди. Вот власть, когда власть огромная есть у человека, как он ее распоряжается. Я думаю, что у него вот эта тема была наверняка в его творчестве, потому что у него есть знаменитый памятник еще Петру Первому в Петергофе стоит. А Петр ведь тоже фигура такая неоднозначная, непростая. Достаточно, с одной стороны, и царь-реформатор, с другой стороны, там были вопросы поэтики. И тоже, говоря современным языком, эпатажная фигура. Да, и тоже ведь он, тоже ведь у него сын был казнен по приказу собственного сына казнил. То есть вот в этом они повторяются. И он что-то вот Антокольского привлекало в этой теме, исследовать тему человека и власть, и на что он идет. Если он идет при этом на то, чтобы собственного сына, в принципе, ну там у Петра тоже спорный вопрос, был заговор, не было заговора у Алексея. Но здесь-то точно сын не виноват был. Там возникла скандальная история с женой сына. Вот безграничная власть. И человек в руках этой власти. Или власть в руках человека? Вот вопрос. Вот я думаю, что вот как раз Антокольского это интересовало. Искусство – один из сильнейших инструментов воздействия на человека. Вот об этом иногда забывают. Причем воздействие может быть как позитивное, так и негативное. Об этом тоже надо не забывать. Поэтому мы вот, например, стараемся, чтобы искусство больше воздействовало на позитивную сторону. Вы знаете, в свое время, я вот маленькую тайну открою, значит, в 45-м году так называемый австрийский колледж в Австрии, значит, организовал для молодежи, не приглашали летом специальный лагерь такой создали, ну, где-то несколько сотен приглашали, в основном представителей западноевропейская молодежь, но там были и из Восточной Европы приглашенные люди. И организовывали много лет подряд знакомство молодежи с чужими культурами. Приглашали музыкантов из разных стран мира, из Африки, из Азии, Японии, там, отовсюду. Почему? Почему они это делали? Они это делали потому, что человек, который, знаете, познакомиться с какой-то культурой, а культуры все интересные, каждая по-своему, они все разные. И вот если он, допустим, увидит, почувствует культуру, допустим, Африки, и будет очень, и она ему понравится, он никогда не будет расистом. Никогда не будет этот человек расистом. Точно так же, и это очень важно. Вот вы понимаете, вот это поколение европейских людей, которые были воспитаны после войны, ведь недаром 45-й год. С чем боролась Европа? Боролась Европа с ксенофобией. То есть, что было реально. Расизма, а что сейчас нет этого? И сейчас есть, и ксенофобия, есть, и расизм. Вот поэтому мы, вот, кстати, в этом году делали африканскую скульптуру из частных собраний. У нас была и Древний Египет был, у нас были и выставки и японской. Кстати, сейчас снова хотим сделать. Вот, может быть, получится прикладное искусство Японии на будущий год. У нас были и китайские несколько выставок, и корейская была выставка прикладного искусства в свое время. То есть все это вот, я думаю, что это должно правильно работать, потому что люди тогда по-другому смотрят на окружающее. Меняется отношение человека. То есть улучшается качество человека. Это очень важно. Качество человека. Мы сегодня, видите, у нас техника действительно бурно развивается. Мы тут уже сходим с ума, там айфоны какие у нас, какие телевизоры, какие машины. Машины на автопилоте уже ходят. А что с человеком происходит при этом? Человек меняется или нет? В какую сторону он меняется? Кто этим занимается? Этим занимается наш музей. Ну, старается, во всяком случае. Качество человека надо улучшать. Это очень важно. Особенно сейчас. Время непростое мы переживаем сегодня. Мы видим, и преступность есть, к сожалению, и наркомания есть, и пьянство, и, ну, перечислять не буду, и социальное неравенство, все это все не очень хорошие вещи, с ними надо как-то бороться. А бороться можно только через улучшение человека.
Вустами нашого сьогоднішнього героя, директора Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергія Рослякова, говорить досвід поколінь, до якого варто прислухатись. Про це ми і поговоримо в одній з наших наступних програм і почуємо вічні глаголи. Яні Трашевська, сьогодні прощаюсь з вами. На все добре.